Видеоуроки фотошопа. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Алексей Кузьмичев. И в этом небольшом видеоуроке для новичков я покажу один очень простой и быстрый способ заменить любой цвет на фотографии. В данном случае, на данном снимке, мы будем работать с платьем модели. Мы заменим красный цвет на какой-нибудь другой. Итак, давайте разберемся, что нам для этого понадобится. В первую очередь, мы с вами должны создать новый корректирующий слой под названием «Цветовой тон насыщенность». Теперь здесь нам с вами необходимо выбрать канал. Так как платье у нас с вами красное, и в данном случае мы будем использовать красный канал для его редактирования. Если, к примеру, вам нужно заменить какой-то другой цвет, то вы выбираете уже соответствующий канал для него. Выбираем здесь, как я уже говорил, красный цвет. Выбираем пипеточку и щелкаем по платью нашей модели. Таким образом, у нас выбирается тоновый диапазон, в рамках которого будет происходить замена цвета. Теперь, просто перетаскивая вот этот верхний ползуночек под названием цветовой тон, мы можем изменять цвет платья. Как видите, у нас меняется в данном случае не только платье, но и вся картинка целиком. Это ничего страшного. В дальнейшем мы с вами оставим цвет только на нужном нам участке. В данном случае мы смотрим пока что только на цвет платья. Вот давайте, к примеру, сделаем его синим. Примерно так можно оставить. Закрываем данный корректирующий слой. И теперь при помощи кисточки берем жесткую кисточку, прозрачности нажим у нее будет 100%, и цвет будет черный. По маске вот этого верхнего слоя мы начинаем стирать ненужные области. Вот таким вот образом стираем все с лица, чтобы оно у нас не было синим, с кожи на ногах, на руках. И теперь давайте приблизим изображение и начнем прорабатывать уже более детально вот эти вот области. Так. Итак, друзья, я закончил закрашивать все ненужные участки. В результате у меня синим осталось только платье на фотографии. И теперь можно посмотреть уже на финальный результат. Итак. Вот что было до, и вот что стало после. Как видите, вот такой вот простой способ поможет вам заменить любой цвет на ваших снимках. Я надеюсь, данный урок вам будет полезен. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видеоуроках. Надоело быть чайником в фотошопе? Получите бесплатный базовый курс «Фотошоп античайник». Жмите на кнопку «Получить курс».